ВКонтакте составила хит-парад игр. 2018 год подарил нам много интересных релизов, забавных и грустных ситуаций из геймдева, но он точно не был скучным для игровой общественности. Провожая уходящий год, социальная сеть ВКонтакте рассказала о самых обсуждаемых играх с января по декабрь 2018 года. Первый. Человек-паук. Паучок от Insomniac обогнал многих конкурентов и долгое время фигурировал в ленте соцсети как главный герой всех мемов. Второе место. Брутальный Far Cry 5 оказался на втором месте. Третье место. Fallout 76. Но как персонаж отрицательный, который умудрился разочаровать всех от Forbes до рядовых игроков. Четвертое место. FIFA 19. Социальные сети как оригинальный способ похвастаться своими командами недели. Пятое место. God of War. Как повод приобрести PS4 и все-таки понять, как убить этого зверя. Шестое место. Red Dead Redemption 2. Одна из самых ожидаемых игр года, в которую выжелал поиграть даже гений индустрии Хидео Кодзима. Седьмое зависит, место. Зависит, как к вам будут относиться другие люди. Call of Duty Black Ops 4. Как способ проверить, готов ли ты к зомби-режиму. Восьмое место. Detroit Become Human. Драма о Коннере и его 28 оттенках ножа. Девятое место. Stalker 2. Игра Шрёдингера, которая вроде как разрабатывается, а вроде как все сложно. Десятое место. Assassin's Creed Odyssey. И помните, ничто не истинно, все дозволено.